Недавно на экранах кинопроекта вышел всеми известный мультфильм «Суперсемейка 2». Данная семья, от самого старшего до самого младшего, обладает разными суперспособностями. Но это всего лишь мультфильм. Ведь в жизни, подумаете вы, такого быть не может. И поэтому, чтобы отсеять все сомнения, я покажу вам 10 животных, которые обладают суперспособностями. Креветка-пистолет. Данный вид морских обитателей способен сокрушать свою жертву волной звука, который воспроизводит клешня. Кроме того, во время удара клешни вырабатывается вспышка света, которая достигает температуры до 4726 градусов. А еще этот представитель царства животных способен регенерировать клешню в случае ее потери. Рогатая ящерица. Солнечная рогатая рептилия наделена уникальной способностью. Во время непосредственной опасности рептилия, наведя прицел, стреляет в надвигающегося хищника струей крови, попадая ему в рот. При этом струя вырывается из глаз ящерицы. Мало того, что вкус крови шокирует нападавшего, так еще и содержит муравьиный яд. Такой состав особого вреда не наносит, но сразу же отбивает желание нападать на ящерицу. Тихоокеанский кальмар. Такая способность дана далеко не каждому представителю морских глубин. Для того, чтобы совершить полет по воздуху, кальмару необходимо втянуть в себя определенное количество воды. Затем воду необходимо резко выпустить, это создает ускорение. Благодаря такому маневру тихоокеанский кальмар способен подняться до 20 метров над водой и лететь словно птица по воздуху. Медуза нутрикула. Это единственное бессмертное существо на планете. Когда медуза достигает полной зрелости, она оседает на дно для того, чтобы превратиться в полипы. Это начальная стадия развития медуз. Затем из полипа вырастает новая взрослая особь. Такой жизненный цикл продолжается бесконечно. Умереть такая медуза может только в случае, если станет жертвой хищника. Аксолотль. Удивительные представители водного мира. Если в схватке пострадала какая-либо часть тела, аксолотль с легкостью может ее отрастить. При этом животное способно регенерировать не только хвост и конечности, но и челюсти, а также внутренние органы. Рыба-брызгун. Если бы природа наделила морских обитателей интеллектом и позволяла выбирать себе профессию, то эта рыба явно бы записалась в снайперы. Этот представитель способен попасть в насекомое и сбить его в воду струей воды изо рта с расстояния 1 метра. Волосатая лягушка. Этот вид земноводных созданий наделен способностью покрывать собственную кожу костными наростами. Эти кости они используют в качестве когтей. Механизм является уникальным. Волосатая лягушка использует его в случае необходимости для защиты. Древесная лягушка. Это умение просто необходимо на Аляске. Когда температура воздуха опускается, лягушке становится сложно двигаться. В этот момент она попросту себя замораживает. При этом остается жива. Животное не дышит, но сиропообразная жидкость в клетках не замораживается, а остается живой. Благодаря такому фокусу в нужный момент лягушка замораживается и продолжает жить, как ни в чем не бывало. Осьминог мимикус. Единственный вид осьминогов, который с поразительной точностью способен копировать других обитателей водных глубин. Помимо этого, как любой другой осьминог, он с легкостью меняет как структуру, так и цвет своей кожи. Он может принимать форму ската или медузы, рыбы или морских угрей. Таким образом, он остается защищенным от хищников. Колибри. Если вы когда-нибудь видели колибри в полете, тогда вы уже знаете, что это удивительное существо. Но знаете ли вы, что колибри – это самое быстрое животное, если брать во внимание их маленький размер? Если сопоставить длину тела колибри с его скоростью, их отношение больше, чем у истребителя при включенном форсаже, и больше, чем у космического челнока в момент вхождения в земную атмосферу. Напишите в комментарии, какие суперспособности вы бы хотели иметь. Я с вами прощаюсь, до новых видео. Всем пока!